В общем, я, конечно, подозревал, что НСП будет достаточно сильно влиять на мою жизнь и поведение, но что настолько я не думал. Челлендж этого месяца – вставать в 5 утра, гулять полчаса по утрам и орать в душе. Да, именно так. На самом деле это все делается для поднятия энергетики на более высокий уровень. Ну а большая энергетика нужна для достижения больших целей. Поэтому вообще не хочется этого делать, честно говоря. То есть это очередное контринтуитивное действие. Хочется спать подольше. Ну посмотрим за месяц, что это даст и насколько вообще это рабочая история. Что такое наглый-то, а? Что это за знак? А? Что за знак? Все, я понял. Давай, лети к своим корешам. Давай, 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 давай. Давай, все, пока. Настырный какой, а? Кто это вообще? Люди не должны об этом знать, зачем ты это делаешь. Готов. Педали жать не надо. Только ручку тяни и поехали. Погнали? Москва.